Сегодня в Харцизске очередной прием граждан провел депутат Народного совета ДНР Владимир Бедевка. Подобные встречи парламентарии проводят в нашем городе довольно часто. Так что очередные заявители со своими проблемами, если можно так выразиться, не накапливаются. Сегодня, например, общественная приемная практически пустовала. За помощью к депутату обратилась только одна харцизянка с жалобой на незаконное, по ее мнению, увольнение. В следующий вторник, 11 сентября, свои вопросы и предложения горожане смогут выложить непосредственно представителям Пенсионного фонда ДНР. Еще через неделю, 19 сентября, наш город с очередным рабочим визитом посетит депутат Народного совета Республики Станислав Шапошников.